Стой! Черт возьми! Послушай, это ключ от клиентского сейфа в Женеве. Возьми его. Все, что в нем твое. У меня их нет! Понятно? Вам нужен не я. Вам нужен... Это Соломон! Послушай, у меня есть информация о Соломоне. Я знаю, что он планирует. Я знаю, куда направляются чемоданы. Давай заключим сделку. Свобода за информацию. Ты меня отпускаешь, я говорю все, что знаю. Я расскажу тебе, куда направляется Соломон. Я знаю, что он делает. Значит, вы едете туда. Вы и те, кто вышел. Вы Коул Монтес. На вашем месте я бы думал о друзьях. Думал о том, что я мог бы изменить. Может, даже думал бы лучше бы меня, а не их. Вы добираетесь до виллы Кафарова. Раньше основного русского отряда. Раньше всех. Не раньше всех. Там был Дима, верно? И вы приняли решение. Вы охереть как быстро решили и про жизнь свою, и про верность. И про то, насколько сильно хотите помочь стране. Да ничего вы не знаете о моих решениях. Ну так расскажите мне. Убедите меня. Мы разделились, чтобы обыскать виллу. Я был один. Этот урод украл тут из России 3 ядерных устройства и продал их человеку по имени Соломон. Соломон использует ССО. У него 2 цели – Нью-Йорк и Париж. Заряды он перевозит на общественном транспорте. Он собирается вскоре взорвать бомбу на Таймс-сквер. Этого допустить нельзя. Мы можем положить конец войне между нашими народами. Мы с тобой. Не политики, не деньги, а просто 2 солдата, говорящие правду. Помоги мне с этим. Пристрели его, или умрут миллионы. Ложись на землю! Запомни, надо помешать Соломону. Так значит, вы признаете, что по указанию русского агента стреляли в своего командира, верно? Если больше ничего важного вам, сержант, сказать нечего, расследование окончено. Вас использовали русские. Это все Соломон. Вы что, меня совсем не слушали? Вы хотите, чтобы мы поверили, что нам угрожают ССО во главе Соломона? Да! Что вы действовали в интересах страны, когда позволили русскому агенту стрелять по вашим ребятам? Но мы не можем! Нет ни одного подтверждения. Безумие! Никто не может подтвердить существование 3-й бомбы. Банк рухнул. Аль-Башир мертв. Ваш отряд мертв. Дима, предположительно, мертв. Кафаров мертв. 80 тысяч французов мертвы. Это все ваши свидетели, сержант. Наверняка нам ясно только одно. Вы напали на командира. Заводите. Вы видели, как этот человек стрелял в командира, так? Заканчивайте дурить, сержант. Разве не Дима вас подставил?
Разве не он убедил вас подстрелить Коула, а потом отправился в Париж и взорвал там бомбу? Разве не Дима? Бомба у Соломона. Соломон один из наших. Он работал агентом под прикрытием уже несколько лет. Мы внедрили его к Аль-Баширу для сбора информации. Как говно это все! Он убийца, вы же видели запись! В нашей работе не все так однозначно. Иногда на пути к цели приходится идти на определенные жертвы. Это же ваша позиция? О боже, бомба же до сих пор тут, и Соломон еще тут! Нужно же что-то делать! Может, вы и правы, сержант. Соломон был слишком близко к огню, но, уверяю вас, мы владеем ситуацией. Русские — прямая и явная угроза. Да. Что значит «потеряли поезд»? Соломон использует ССО. Он работал агентом под прикрытием уже несколько лет. Он меня использовал! Он использовал! Места еще не было! Он сказал заполучить бомбы! 80 тысяч. Мы можем положить конец войне между нашими народами. Подходит под характеристики русских ядерных бомб. У нас тут ОМП, кажется. Но есть место еще для двух. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Где же они, черт побери? 14 этого месяца. Тут карты Парижа и Нью-Йорка. Заряды он перевозит на общественном транспорте. Соломон нанесет удар. Карта поездов в хранилище. Какое время там было написано? 6:02. А что? Дэйв, ты мне веришь? Верю. Так, тогда давай за мной. Давай на блядский поезд, Блэк! У тебя одна попытка! Ну! Thank you.
один? А? Где твои напарники, а? Ну же! Ты хорош, солдат. Очень хорош. И что дальше? А? Я не боюсь смерти. А ты? А? Вон там, вперед! Вы, задержите его! Радиация, она как жизнь, не знаешь, когда ударит. Может, проживу еще 30 лет, может, умру завтра. Я записал свой рассказ, историю о Париже, историю о Кафарове, об американском морпехе, который выбрал самый непростой путь. О сделанном я не жалею. Посвятил много жизней.
оскорблю об умерших. Я уверен, что у СВР другое мнение на этот счет. Но довольно. Как сказал бы мне мой друг Владимир, Дима, смерть она лишь одна. И пусть она будет достойной.